Российский университет дружбы народов и Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии подписали соглашение о сотрудничестве. Основные направления деятельности института – это, разумеется, научно-исследовательская работа по всем проблемам стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Это клиническая работа. У нас есть поликлинический прием. Мы принимаем как жителей Москвы, так и пациентов из других регионов. И кроме этого, у нас большой стационар челюстно-лицевой хирургии. На встрече обсудили перспективы междисциплинарного сотрудничества, особенно в областях металловедения, лаборатории челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Большие перспективы по обучению и прохождению практик нашими ординаторами и аспирантами на базе крупнейшего нашего российского федерального института профильного. Интересно может стать сотрудничество в новой области, такой как телемедицина, развитие вебинаров. Владимир Михайлович большое внимание уделил перспективам и международной совместной деятельности, поскольку наш университет этим и славится. У нас и на факультете более 100 стран мира присутствует, в университете 150 стран. Такой тандем, создающийся нашего международного университета и Центрального федерального института в сфере стоматологии, челюстно-лицевой хирургии. Это может стать очень перспективным и важным направлением. Обе стороны надеются, что такое сотрудничество даст плодотворные результаты в виде совместных программ и проектов. Мы заинтересованы в развитии, повышении, скажем, качества обучения наших клинических ординаторов, аспирантов. А Университет Дружбы Народов обладает уникальной базой учебной, современными учебными классами, совершенным оборудованием. И, конечно, мы видим определенный, двухсторонний такой интерес, поскольку мы со своей стороны готовы представить клиническую базу для обучения ординаторов Университета Дружбы Народов на нашей базе и хотели бы развивать сотрудничество в плане совершенствования обучения наших ординаторов. Анастасия Колесниченко, Илья Схасьянов, новости ТВ РУДН.